Так, ну что ж, я вернулся. 19-я ферма, колхоз, красная звезда. Блин, я только... Нет вот этой красной кнопочки у меня. Надо было начать запись до того, как я нажал клавишу старт. Но я появился тут. Надеюсь, вы мне верите. Вчера мне автор скинул... Я не знаю, написано было тест, но вроде как написал обнову. Хрен его знает, это финальная обнова или... Еще нет. Непонятно, если честно. Вот у меня дом из двух контейнеров. Кто-то написал, типа, вот я буду жить тут с работниками. Ага, у меня тут только диван есть. Работники у нас, можно сказать, местные. Ох, ни хрена себе. А ПДА-то изменился. Дороги теперь видно. Ох, дороги-то. О, мост. Для таких, как я, написано, что тут можно построить мост. Слушай, блин, ПДА теперь четкий, мне нравится. Прям вот такое и надо было. Ну, да, мне все нравится. Можно было и тут тоже таким же дороги сделать. Ладно, это все, сейчас начнется. Так, ну что ж, мы... А, подожди, а что у меня по звуку? По звуку все нормально, потому что мы ягодное смотрели. Взял Нивушку. Пусть будет. Типа служебный автомобиль. Тут у меня стояли фонари, но я их удалил, потому что они долго выключаются. Так, что мы делали? Кстати, вон там фонарь еще появился. Про некоторые изменения в карте я не в курсе, потому что никакого changelog нету. Так, насколько я помню, мы хотели начать садить. Так, тут у меня 10-я пуля. Ой, как красиво-то. Мне кажется, ли как-то красивее стало? Ну, смотрите, прям. Или то, что середина весты начала все расти. Смотрите, какой рассвет шикарный. В общем, нашел я сейлку, точнее, сажалку, за 200 тысяч на официальном сайте. Тут мы, получается, все про культяп, а, про говнили. Наговнили тут конкретно. Нам сюда нужно, получается, 150-ку гнать. Но надо 150-ку гнать сразу с прицепом. О, смотри-ка, сразу тут написано «Ферма». Прикольно, слушай, мне нравится. Так, тут у нас есть навоз. Пока давай погоним вот сюда, на 10-е поле. Все, давай езжай. А, кстати, я ведь навес купил под лесную технику. Да, я теперь крутой. И только что вспомнил, мы хотели мост строить. Точнее, привезти доски. Что у нас по Google Company? Все так же. Не хотел, что так же. Пилорам. О, работать. Производство топлива. Блин, надо вывозить. Но это я за кадром сделал. Я, по сути, 4 дня не заходил на карту. Или 5. То ли 4, то ли 5. Это нехорошо. Возможно, я что-то забыл сделать. Так, что мне там писали? Там, по поводу траверса, ну это я разобрался. Написали то, что можно отсюда отцеплять. И по поводу вроде бы кормежки для коров. Так. А! По-моему, смеситель, который я вроде бы купил. Сейчас посмотрим. Блин, вот хреново так долго не заходить. Был, по-моему. Да, купил. КТУ-10. Ну, сейчас мы Урал-Бабай запустим. Надеюсь, он в этот раз нигде не застрянет. Подожди, блин, туда-то пыхнуться я не смогу, да? Везем все на строительство моста, надо уже его построить. Три поддона, нормально. Я не помню, там сколько-то надо было привезти, и все, и остается только гравий. А на гравий надо, по-моему, то ли 8, то ли 7 миллионов. Так, на лесопилке. О, столб появился с освещением. Наверное, на карте... побольше освещения стало. Надеюсь, оно не будет никак FPS сажать. Ну, хотя в данный момент я пишу, и как бы освещение должно было выключить. Кстати, скорость на пятерку забыл поставить. Так, как грузить-то? А, плюс у меня появились работники. Анька и Моника. Работает причем. А, на автодрайве. Вот это небольшой косяк. Мод автоматически покупает еще одного, если не хватает. Именно когда на автодрайве работаешь. Блин, теперь каждый раз переключаться на нее, да?
Суть этого мода в том, что у работников появляется так называемый опыт, они его копят и более эффективно работают. Ну и меньше денег просят. Минус то, что ты им платишь постоянно ЗП, как и в жизни. Ты их не можешь уволить в течение, по-моему, 7 дней. Типа испытательный срок, наверное. Ну и на этом плюсы все. Как бы по сути у тебя есть работники такие вот полуживые, офлайн работники. Надо бы уже когда-нибудь свою ферму замутить, ну не знаю когда. Для начала нужен второй монитор, чтобы все это сразу стримить, чтобы было веселее. Оп. Вот ничего сложного, как там Вася Обломов вечно говорит, ой, как ты грузишь, как ты грузишь. Вот так-то. Мост. Блин, я забыл сюда курс написать. Точнее, точку сделать. Поедем на 7-е поле. Аккаунт Скализи. Да, Скализи. Ну, в принципе, ничего страшного. Есть и ладно. Все, езжай. МТЗ-82. Вон стоит КТУ. Кстати, а у меня есть все, кроме тюков. Тюка Сивуса. Блин. Мне надо будет сейчас тогда на Урале заехать еще на магазин и один тюк купить. Я, к сожалению, могу вспомнить только один рецепт. Это всего по одному тюку. Там был какой-то рецепт, где надо было два тюка накинуть. А, видите, он ночью пролежал. Я его вроде специально уставил, нет. Не уменьшился размер. То есть тюки можно кидать где попало. А, подожди. Так, всего по одному, да? Сейчас проверим. Блин. А, блин. Чё про... А. Ну, тут, в принципе, плане FPS. Ну, возможно, это у меня какие-то моды, еще что-нибудь. Надо будет сегодня еще залить, наверное, моды. А то я вроде первого часа захотел. Есть один тюк, да? Блин, а немного? По-моему, там уже не влезет столько. Ну, если что, фуражом накормлю. Так. Прибыл, да? Молодец. Тяжеловато. Мы писали, что всего по одному. Один тюк соломы, один тюк сена, один сюк. Сиваса. Блин. Мне интересно посмотреть, что там по вместимости. О. Я, по-моему, не те виллы купил, кстати. Только сейчас заметил. Эй. О, нифига. Прямо к этой цепляется. А, нет, смотри, влезет. Блин, я еще... А, у меня... А, вон прицеп стоит. Проверить надо. Могу ли я забрать... солому. Ой, не солому, а сено с той кучи. Потому что на той тестовой версии я не мог это сделать. У меня все отбирали, но ничего не возвращали. Где-то сзади, по-моему, надо подъезжать. По крайней мере, солома так было. Должно появиться, начать заполнение. Нет, чё-то ни хрена ничего нет. Блин, надо будет у автора узнать, есть ли какие-то изменения по этому вопросу. Так, Урал Бабай. О, Урал Бабай. А, дай переключусь на тебя. Стоять. Наверное, это все-таки из-за середины зимы, весны. То, что трава появилась и стала как-то покрасивее. Ну и плюс я использую освещение немного другое. По идее, должно быть вот такое. Без свечения, без ничего. Какое-то унылое, если честно, для меня. Во. Вот это мне уже нравится больше. Конечно, лишка, конечно, со свечением, но это нормально. Так, доски. Доски. Блин, пока не начали разгружать, надо... Ой, что-то мне пока что не привычно даже с этим ПДА работать. А, на 10-м поле, да.
Так, семян у меня сейчас нету. Сейчас запустим работника. Пусть пока поработает. Блин, по-хорошему нужен трактор большой. Так, цепляем. Цепляем. Все вместе нежелательно цеплять. Потом хрен прицепишь все это дело. Я еще не пробовал работников. И почему я взял именно двух женщин, тоже не знаю. У них, в принципе, показатели высокие. Но есть один минус. Сейчас я вам покажу. Так, примерно вот так, да? Если что, сам поправлю. Так, культивация у нас больше Анька любит, да? Давай. А чё? В чем проблема? А дальше что надо проехать? Слышь, Анька, не борзей. В чем проблема-то? Ну, вот же, чуть не нравится-то. А ну работать! В тот раз все нормально было. Я имею в виду, на Мазуре я проверял этот мод, и там все нормально было. Может, то, что я с края поля подъехал. Ну, давай Монику посадим. Что самое, что за бред? Работает мод. В смысле? Что-то я не понял, а что они не хотят работать с культиватором? Ну что, оборзели что ли? Ладно, пока с этим не будем разбираться. Надо сейчас с этим разобраться. Выгрузить доски надо. Ай-яй-яй. Чуть не убежали. Ой-ой-ой, это что такое? А, это из-за ремней. Сейчас она как пальнет. Так, выгружаем. Ай, не туда. Опять не туда. Так, забирайте доски. Блин, вот с этой траверсы, смотрите, какие пляски начинаются. А, понятно. Надо наверху, на весу держать. Ну, забирай уже. Все. С этим мы разобрались. А, все уже, нам остается только гравий. Сколько стоит у нас участок? Блин, как раз хватает. Не знаю. Мне сейчас надо семена. Да и в принципе все. Навоз у меня есть. Так, откуда быстрее? Быстрее будет, конечно, через этот участок затоплен. Но я пойду лучше по безопасному пути. Тем более давно не заходил. Еще утону нафиг. Мне такие приколы не нужны. Блин, может старую траверсу поставить? С этой траверсы сами видите, как все скачет. Я думаю, надо бы поставить старую. Блин, что-то все так зелено стало, такое освещение, что-то как-то. Как будто я 100 лет на ферму не заходил, что-то изменилось. Или после обновления что-то изменил. О, водичка жужжит. Раньше этого не было. И мне кажется, все-таки что-то в плане FPS изменилось, как-то постабильнее начал работать. Мне уже насрать то, что 58 FPS. Линия электропередач, ее вроде не было. О, скамейка уехала куда-то. Видимо, кто-то тоже пожаловался, что с автодрайвом она немножко тупит. Магазин изменился. Есть заезд, и вот тут, по-моему, шире стало. Значит, не я один тоже опять-таки на это внимание обратил. Так, нет, не сюда. Сюда. Давайте один тюк купим ради интереса. Надо по-хорошему своим заниматься. Блин, трава. Ёлки-палки, мы так и травой-то не занимались. Ну, пока эти два поля не обработаем, увы. Вот четвертое поле в аренду взять, и там травы до хрена, в принципе. Да, гнать Урал из одного тюка силоса, да, такое себе дело. Контора мне этого не простит.
Блин, что сейчас делать с наемниками? Почему они не хотят работать? Может, они конкретно с этим культиватором? Хотя, по-моему, в тот раз все нормально было. Я же запускал. Кстати, мод на тележке. Тоже прикольный. И тут, по-моему, есть ремонтная мастерская. Вот. Блин, может сядь? Кстати, у меня на ферме она бы хорошо смотрелась. Колеса, цвет. О, нормально. GPS можно поставить. А как она работает? Так, ладно, ты пока езжай на базу. Точнее, ну, блин. Такой четкий ПДА, я... Все такое четкое, непривычно мне. Опять привыкай. Тележка. Заводить надо? По-моему, нет. Блин, колбасить я немного. 10 км в час. А если я запущу наемыша? Ну, если я сейчас запущу наемыша, то у меня появится еще и третий работник. Этого делать нельзя, потому что еще и третьему работнику платить придется. Ну, то есть мод... Ух ты, это что такое там было? А, это типа ехать туда нельзя. Я аж испугался немного. А, ну подожди, раз у нас Урал сейчас не едет, не по своей воле. Ферма 2, ну-ка. Как-то символично, что он поставил такого работника. А, у нас сейчас получается автодрайв. Это Аника? Это что, Анька, что ли? То есть, хочешь сказать, мод не подбирает скин по полу и по имени, да? Блин, если так, то я, скорее всего, удалю. Ну, это бред какой-то. Можно было хотя бы сделать, чтобы он это скин подходящий ставил. Подходящий к имени и полу. Хотя бы к полу, блин. А мне поставили мужика. Что за бред? Нет, скорее всего, я его удалю. Если бы ставили нормальные скины, соответствующие нику, точнее имени и полу, то да. А так нет. Но плюс, конечно, в том, что мы им будем платить копейки с этим модом в первое время. Но есть и минус. Вот один из них. И плюс скорость работы у них довольно-таки маленькая. По-моему, 7 км в час. Ну, зависит от опыта. Анька у нас что умеет больше всего? Лучше всего, точнее. Уборку она любит хорошо делать, да? Час мы и платим 32. Но она еще плюс сейчас работает. Тележку тянет. Точнее, он. А, ну, блин. Или ты, может, этот, как он там, транскирует? Ну, это бред уже. Это уже вся эта фантазия пошла. Надо будет почитать описание. По поводу этого вопроса. Кстати, а производство топлива, что у меня там? А, это я не то смотрю, вот нефтянку. Блин, все возить надо. Ой. Что за бревно? Откуда все взялось? Не, слушай, раньше лагало, то есть поддергивало, именно фрезы были, а сейчас вроде как FPS такой плавающий, но этого не заметно. Иду где-то в лесу, тухарику. То есть, по сути, стало даже лучше. Возможно, в следующем обновлении автор допилит еще даже оптимизейшн. Ну что ж, кидаем тюк. Тюк-тюк-тюк. Коровы. По-моему, столько же коров. Так. Да, блин. А чё, по-нормальному? А. Я жду, не получится по-нормальному. Блин, а я превьюху так и не сделал. Сейчас надо сделать. Секундочку. Так. Так, все, превьюху я успел сделать. Так, подожди. Подожди, надо кое-что проверить. 19 минут. Нормально. Все, выгружаем. Давай, до свидания. Тюк. А изменилось что-то? Ну-ка. Пока мне ура все равно не нужен. Она смесь. Блин, ну второй там еще способ есть. Я не помню там сколько чего надо. Надо сейчас
Ладно, поехали, пока потихонечку их покормим. Блин, я попытаюсь найти этот комментарий. А, ПВАш насчет расхода. Рецепт у нас вместе для КТ. Ух, тут 12 комментариев. 2 тюка сена, остальное досыпаем силосом. Силос можно не добавлять. А, солому можно не добавлять. Блин, ну тоже, кстати, прикольно. Но тут 2 тюка сена. И один... Получается, 2 сена и 1 силос. Ну, как бы оба варианта хороши. Но сено у нас как бы на вес золота сейчас. Солома дешевле сена. Мой рецепт. По тюку сена, соломы и силоса. Или по 4 куба всего. Рецепт проверен. Точно фураж получается, а не фураж. Попробуйте сами. По одному тюку всего солома сыпется для объема. Проверю, фураж получается. Вот только что при вас проверили. Вот все работает. Вы прикалываетесь сразу же. Просто прицепь мешалку по одному тюку. Хоп, мы на смеси. А вкусе, что можно без соломы. Нифига тут срач какой. Я не прикалываюсь. Именно в прицеп мешалку я закидывал дефолтный, получался фураж. А, дефолтный? Вы солому последний кидаете. А я не последний кидал. Все равно какой последний. Блин, я даже последовательность не соблюдал. Ну вот, вот, видите, моносмесь. И полный прицеп, кстати. А что у нас тут? Смотри-ка, солома у нас как раз в норме. То есть всего по одному тюку кидаем, все работает. Тюки по 4 куба, если что. Блин, мне надо будет тогда, знаете что? Если я буду будущим заниматься вот этим без станции моносмеси, для колесного погрузчика желательно купить ковш на 4 куба, да. Ну или делать тюки на 4 куба. Ну, блин, только где их хранить? Так, а где вам спать-то? Ладно, смесь. Кушать. Ради тест. А так вы будете меня голодать до осени. Ох, моносмесь. Ну им сейчас, наверное, много моносмеси-то и не надо. А может и надо. Трава. Воды мало набрать. Воды им налить. Навеска неправильно стоит. Нет, весь прицеп уйдет, наверное. Я видел какую-то еще КТУ. По-моему, на тандемном шасси. Но я не помню, кто автор. Надо посмотреть. По-моему, точно такая же, просто шасси другое. Блин, а тут ведь полно и других мешалок. Из Андерсон Пак. Вот, например. Ой, 10 миллионов. Нет, это я еще не знаю, когда будет. Да даже это за 6 миллионов. Ну куда, блин? А вот это что? А, это для грузовика. 3 миллиона. Не-не. КТУха у нас сколько стоит? 400 тысяч. Пойдет. Вот, даже осталось еще. То есть одного прицепа вполне достаточно в данный момент. Вот этого дерева не было. Все, теорию мы проверили, все работает. Кто не верит, тот Вася. Так, с этим мы разобрались. Водички вам нальем. 23 куба. Блин, что делать с наемниками? О, что, застрял? А! Опять тебе деревами. А, все-таки надо двигатель заводить. Я же завел. Все, давай своим ходом. Сейчас у нас кто работает? Понятно, он... Каждый раз меняет скин на случайный. Че за умная походка, блин. Ты бы еще, конечно, доехал бы до того, как мы закончим серию. Было бы круто. Так, сейчас нам что надо? Нам нужны семена. Нам нужны семена. Получается, нам нужен прицеп для перевозки семян. Можно вообще тележку взять и на тележке возить семена. Так, а вот это что у нас? Это просто у нас для палет. Это у нас для всего. Ушатанная тележка. Ну, блин, ну 250. Кстати, я ведь еще поставил классный мод. Сейчас мы его проверим. Только сейчас вспомню. Только я не здесь появился. Так, извините.
Во. А, его купить надо сначала. Вот она, метелка, которая не как объект, который нужно брать и мышкой потом вертеть, а вот такой. Оп. Только немножко он под текстуры провалится, но свою задачу выполняет. Подожди, вот это Сивос. А там что было? Что-то я не понял. Это же, по-моему, навоз. Тут что, получается, Сивос теперь перемешку с навозом? Я давно мечтал о коровнике, где собака не Сивос постоянно, то есть не кормежка появляется в местах, где ее надо чистить, а именно навоз, блин. Я помню, на какой-то карте в 17-й было такое. Или даже на 15-й. Вот это можно убрать, а это потом я заберу. Прикольно. Вот это мне нравится. Так, работник. О, ну, походу он сам... Работник устал. Я ее могу даже руками. Да, быстрее. Ух ты ж, блин. Ну ладно, пусть стоит. Нам сейчас надо разобраться с работниками. Блин, покупать из-за этих работников теперь другой культиватор, что ли? Ну это бред. Тем более у меня подходящего-то и нет по цене. А знаете что, давайте-ка мы... Блин, я бы, конечно, за кадром это проверил. Ну, работал последний. Ну-ка. Не хочешь? Ну, давайте доедем сами до конца поля и с той стороны попробуем. Нам сейчас, по идее, просто надо перевернуть землю с навозом, чтобы она перемешалась, чтобы все нормально было. Здесь что, за смещением идет? Точно. Что у нас, кстати, по показаниям? Азот же я, по-моему, сыпал уже. То есть набрал. А, это автом... Хотя, постой, почему так мало-то? Я же в автоматическом сыпал, там больше было показаний. Во, сплэш, все нормально. Это и известь. Тут вообще все плохо. А ту сейлку, которую я купил, у нее, по-моему... Блин, я не помню. По-моему, у нее очень маленький бак от удобрения. Есть еще вариант сюда кировца пригнать. Или к следующей серии найти какой-нибудь побольше нормальный культиватор, который я удалил. Что такое, что такое? Вот это что-то тяжело идет. Так. Ну-ка. Нет, не хочет что-то. Давайте Кирца сюда отправим пока. Да не. По идее, невушку можно использовать для перевозки мелких предметов, например, курятник поставить, потом яйца перевозить. А, сейчас попробую. Спасибо. Блин, опять ты решил кругаля навернуть. Кстати, там, по-моему, забор был целый. А давайте-ка прокатимся сами. Чё хунта? Кот пошёл. Вот. Знакомьтесь, блин. Вот хунтик из-за тебя врезался. Да, блин, да я поеду спокойно. На окно полез. На наблюдательный пункт. Не, теперь если даже тормозить, я даже не обращаю на это внимание. Там что у нас? На физику что-то. Кошмар дикая, блин. Сел вообще так неудобно. Пил кирцы и толком его не используют. Что все яркое теперь стало. Еще за окном тоже все яркое.
Березка появилась. Ого, полегче. По модам, по-моему, новую я что-то не добавлял. Но насчет этих работников у меня есть уже сомнения. Без этого мода нормально все работало. А сейчас закончил работу почему-то. Мне кажется, ли вот этих вот мини-скал не было. Тут у нас лес остался тем же. В принципе, он ни на что не влияет. Едем по срезу. Блин, у меня же кирпич, по-моему, громкий больно, да? Ой, 40. Меня на пухо было слышно. Я же забываю, что тут некоторая техника громче звучит, модовая особенно. Вот, блин, проблема, да? Вот если бы сейчас не было этой проблемы, я запустил бы спокойно культивацию и начал бы сев. Но только у меня семян еще нет, их надо купить и привезти. Выгоднее, конечно, брать оптом, без мешков, без всякой хрени. Сразу загрузил прицеп и повез. Так, но у меня нету винтового перегрузчика. Газончик я покупать не буду, пока покупать не буду. Потом, конечно, мы его купим, но сейчас мне он нафиг не нужен. Но хотя какой-нибудь шустрый грузовичок нам нужен для этого дела. Тут прям божественный свет такой. Не, красиво. Ну и что тебе надо, линяющий пес? Сел и сидит теперь на ноге. Теперь хрен сдвинешься, блин. Так, 150-кин. Одолжи-ка свой культиватор. Точнее, Анька и Моника, которые не хотят работать, блин. Я, кстати, по-моему, еще вспомнил, скачал МТЗ-1025. Он, конечно, стоит 2 ляма. Ну, давай, удиви меня. Нет, не хотят работать. Ладно, значит, этот мод в топку отправляется. Давайте посмотрим, как Кирилл потянет его. Блин, слишком ярко. Ай, пустил. Блин, ну если Кирилл перетянул 21.03, тут сомнений никаких. У меня еще полный привод даже не включен, хотя у нее, как писали, постоянный полный привод. Все, 9%. Вообще не чувствует. Кстати, пора бы нам уже и кирпич использовать на полях. Да, фунтик? Линяющий котяра. Видали, какой котярище? Иди туда, спи. Весь в волосах, блин. Надо будет за кадром еще проверить на той же мазуре. Есть предположение, что именно конкретно с этим культиватором не хотят работать. Но до того, как этого мода у меня не было, все было хорошо. Работник спокойно работал с этим культиватором. Давайте уж эту сторону дойдем. Блин, ну это что за косяки? Что делать-то? Ну тут только один вариант. Удалить этот мод и все. И не париться. И опять платить бешеные бабки за наемыша. Или же за кадром на этой же карте потом проверить другой культиватор. Больше мне есть чем проверить.
А, ну тут 250 колбы. Ну, в принципе, культиватор просит 180. Блин, заглушить забыл. Ну ладно, давайте в обратную сторону сюда, чтобы здесь не оставлять. Вот эти вот косяки, конечно, надо еще убрать. Ну, идеально все работает. Не понимаю людей, которые работают без GPS. Особенно те, кто стримит. Они когда работают, у них постоянно вот так вот камера расположена. Ну, это... Как по мне, так неинтересно за таким процессом наблюдать. А так ты сидишь, у тебя руки свободны, ты сможешь отвечать чату и все такое. Хоть тебе там и голосовое оповещение стоит, которое частенько неправильно произносит слова. А так ты можешь наблюдать, все видеть. Да и никто не запрещает же GPS-ом пользоваться. И вот эта мания использовать вот эту древнюю старую технику до последнего, всегда и везде, блин, тоже вот этого не понимаю. Никакого развития, получается, нету на ферме. Ты купил один старый трактор, потом поменял на другой, тот же старый трактор. Кстати, я еще скачивал К744 R3. И на него GPS не получилось поставить. У меня игра сразу вылетела. И там куча ошибок. Так, ладно, с этим вопросом мы, получается... Единственное, с чем я еще могу проверить, это с разбрасывателем. Поэтому давайте проверим. Если с разбрасывателем не будет работать, то я не знаю, это или карта, или мод на работников. Давайте поедем пока на 10-е поле, точнее на 8-е. Блин, ну это, конечно, прикол. 37 минут уже, надо заканчивать. Плюс я еще пить хочу. Это что у нас в телефоне? А, потом на комменты эти надо ответить. Мне же еще YouTube опять заблокировал счет. По причине того, что им нужны данные моего работодателя, где он живет, как он называется, доказательство гражданства мое нужно, ну то есть паспорт, и точный мой адрес. Хотя я это уже раза три делал, ну кроме работодателя. Зачем им это нужно, я хрен его знает. Поэтому пока все опять стало, так сказать. Ну, мои $130 пока еще не нашли, потому что 15 дней не прошло. Как пройдет 15 дней, надо будет заказывать какой-то там shift-код. И с этим shift-кодом в Сбербанк, чтобы они нашли. Короче, монетизация на Ютубе. Кто... А, зачем я это делал? Кто не шарит? Так, удобрение. Кто у нас больше всего? Моника. Работает. Работает. Ну хотя я пробую это с этим, блин, надо было с культиватором. Нет, я делал вывод, что это все-таки культиватор, возможно. Я проверю сейчас за кадром, чтобы заранее не обвинять никого. О, какая превьюшка классная. Ну все, давайте на этом моменте заканчивать. Не начали мы сев еще. Начнем следующий. Так, ставим сразу на отнерку. За кадром я разгружаю вот эти вот два производства. Пилорама. Доски, в принципе, пусть работает. Сено. Макларен, сено, блин. Ну как забрать это сено, блин, теперь? Все, всем до свидания.